В Люберцах открыли первый футбольный манеж «Олимп». Спортивная арена появилась на территории лицея номер 42. Днем там проходят школьные уроки физкультуры. Вечером – футбол для всех жителей округа. На открытии побывала наша съемочная группа. Первыми испытали новое поле игроки школьных команд 42-го лицея. Юные футболисты сразились в матче открытия и сознанием дела оценили новое спортивное сооружение. Превосходит многие другие поля тем самым, то, что тут идет совмещение маленького поля и искусственного газона. То есть это мини-футбол, но с искусственным газоном. То есть такого, на самом деле, таких полей очень мало. Вообще, я думал, что тут будет мини-футбольный зал, но потом, когда я увидел, что это искусственное поле, мне очень понравилось, потому что я очень люблю футбол, и мне нравится такое поле, на таком поле играть. Поддерживали игроков преданные болельщики. Зрительские трибуны рассчитаны на 70 мест. Безопасность зрителей охраняет защитная сетка. В холодное время помещение отапливается. Такой спортивный объект первый в округе. Я вам скажу по секрету, именно на школьной территории этот объект первый во всей Московской области. Как-то так получилось, что я первый раз сегодня на этом объекте. И мне очень понравилось. Вам, ребята, это нравится? Днем в манеже проходят школьные занятия, а вечером и выходные дни – дополнительные спортивные секции для всех желающих. Очень тщательно подходим к выбору инфраструктуры для тренировок детишек. И мы много просмотрели залов в Люберцах и остановились именно на этом манеже, потому что, во-первых, понравился размеры, да, впечатлили. А во-вторых, именно качество искусственного газона на высоком уровне. Размер игрового поля 32 метра на 18. Раньше на этом месте была хоккейная коробка. Жители ею почти не пользовались. Теперь футбольная арена, где можно тренироваться и забивать голы круглый год. Анна Слайковская, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.